Кроме того, этих людей характеризует интеллектуальный и аналитический подход ко всему, что их окружает, а также восприимчивость и стремление к идеалу. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Человеку с буквы «К» по имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Привыкли добиваться своего, поэтому обладает исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Артистичная отстраненность в сочетании с прекрасной интуицией и гибкостью характера позволяет таким людям быть хорошими психологами. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределами мечтания этого имени. Звук «К» в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Из них получаются хорошие бизнесмены и журналисты. Удачно складывается судьба тех из них, кто в детстве увлекался книгами о мореплавателях, путешествиях и открывателях далеких земель. Буква «Э» в имени делает людей темпераментными, энергичными, сексуальными. Любопытство, иногда чрезмерное, пронырливость присущи этому человеку. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.